Мы продолжаем серию роликов о томатах, которые высаживаем в открытом грунте, а также в поликарбонатных теплицах. И мне хочется вам представить томат, который выращиваю первый раз, и он называется Настена. Это гибрид. Гибрид раннеспелый, от всходов до первого сбора урожая, здесь указан срок 95-98 дней. Моим томатам сегодня исполнилось уже 124 день. И я не могу сказать, что это очень ранний сорт. Чуть-чуть не соответствует характеристика, при том, что у нас было очень жаркое лето на Урале. И томаты только-только начали созревать. Это детерминантное растение, которое можно выращивать и в открытом грунте, и в теплицах. Если вы будете выращивать в открытом грунте, то вот вам, пожалуйста, высота у него 90 сантиметров. Завязываемость очень хорошая. Посмотрите, даже вверху вот завязались помидорки. При том, что у нас уже 5 августа, все листочки целые, растение абсолютно ничем не болеет, у него очень много защиты от разных болезней. Если вы будете это растение высаживать в теплицу, то оно вырастает до 1,30 м. И очень низко начинает завязываться первая кисть, над 6-7 листом. Также его рекомендуют формировать в один стебель, тогда можно получить более ранний урожай. Но вот у меня не получилось. Растение я выращивала в один стебель. А также можно выращивать и в два, в три стебля. Это как вы пожелаете. Плоды, конечно, очень красивые. Ни один плод не растрескался. Это очень хорошо. Видимо, у них есть защита. Потому что у нас шли сплошные дожди, и многие сорта томатов начали трещать от переизбытка влаги. А этому все нипочем. Посмотрите, вот я сниму плод. Посмотрите, какие красивые плоско-округлые плоды. Здесь небольшая ребристость. Вот такие красавцы. И все целенькие. К сожалению, сегодня томат вам не показать на разрезе и не попробовать, так как нет ни одного созревшего. Меня иногда спрашивают, зачем я снимаю зеленые томаты. Только потому, что я живу на Урале. И если у нас до 10 августа не убрать все томаты из открытого грунта, а в это время у нас начинаются очень низкие ночные температуры, а дневные могут быть еще высокие. Перепады очень большие, и может прийти фитофтора. И тогда я просто потеряю не только растения, но и все плоды. Вот только от этого. А при зеленые плоды, то, что мы снимаем, они прекрасно дозариваются. Ну а теперь самые крупные плоды взвесим. 194 грамма. Этот томат 234 грамма. Ну, еще один. 196 грамм. Вполне достойный вес. В этом нас производитель не обманул. Плоды действительно по весу почти соответствуют. До 300 грамм чуть-чуть томатик не дотянул. По виду они, конечно, очень красивые. И нам обещают, что эти томаты будут плотные, сочные, вкусные. Ну и то, что они очень хорошо хранятся. Томат мне понравился. Я его буду выращивать вновь. Для открытого грунта это даже очень неплохо. Если вы его выращивали, расскажите, какие у него вкусовые качества, потому что этот томат у меня еще будет зреть и зреть, а хочется уже знать. На этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!